Все заболевания парадонта условно делятся на две большие группы. Заболевания парадонта, связанные с воспалительным процессом, и заболевания парадонта, связанные с нарушением обмена веществ в костной ткани, как правило. Существует также сочетание этих двух форм. Поэтому парадонтит, это у него на окончании этого слова находится ит, это значит воспалительный процесс заболевания десны, заболевания парадонта. И парадонтоз – это процесс, связанный с нарушением обмена веществ, который может быть связан либо с какими-то наследственными факторами, либо может быть отражением каких-то заболеваний организма. Скажем, какие-то гормональные нарушения, которые сказываются на обмене веществ в костной ткани. Как правило, таким процессом сопутствуют выраженные клиновидные дефекты у пациента. То есть если мы видим клиновидные дефекты, это пришеечные дефекты в области твердых тканей зубов, оголение шеек зубов, рецессии, это также процесс, связанный с нарушением обмена веществ в костной ткани. Воспалительный процесс успешно лечится при нашем содружественном воздействии нашего и пациента. Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, хуже поддаются лечению, потому что здесь имеет значение еще общий фон организма. Но существуют препараты, которые поддерживают обмен веществ в костной ткани, мы их назначаем в таких случаях. Ну а также устранение местных причин, которые нарушают кровообращение в десне, это, например, какие-то тяжи, мелкое преддверие полости рта, а также тонкий биотип десны, который способствует недостатку кровообращения в костной ткани. Вот это мы все в силах на сегодняшний день устранить.